чтобы она ушла из цветовника. Вот это чудная собака, да? Да, она подходит, просит, чтобы ее погладить. Она хорошая. Да. Вот получается собака у нас. Она вот очень долго мучилась, это вообще скулила, это просто шок. Щенки, вот они также на глазах у детей, начали умирать у нас щенята. Вон щенок она лежит. Еще десяток от... принесет. Да вот ее отвезти надо вообще отсюда. Ее забрать и отвезти. Ну так же вот, их можно было сам. Началось все с того, что начался дикий гул, выли собаки, стоял лай ужасный. Мы с мамой вышли на балкон и обнаружили такую ситуацию, что моя младшая сестра стоит под балконом и слезы, рыдает. Я не понимаю, естественно, что происходит, выходим, а она у меня двух слов связать не может объяснить вообще, что произошло. В итоге мы понимаем, что на ее глазах умер маленький щенок, которым она неоднократно ходила, кормила, но дети привязались к этим щенятам. В итоге все эти щенки умерли у них на глазах. Не могла никак успокоить ребенка, то есть получается психологическая травма. Закрылась в комнате, ни с кем не разговаривала. Это было, конечно, страшно. В итоге мы вышли сюда. Тут как раз начался вот этот поток смертей, скажем так. Бегали по двору вот эти вот бешеные собаки со слюнями изо рта. И никак не могли их остановить, нечем помочь было. Это было ужасное, конечно, зрелище, как они все падали, начинались судороги. И все это продолжалось довольно-таки долго. Дети, все это самое главное, все это в присутствии малолетних, дети все это наблюдали. Конечно, это было ужасное зрелище. Вот. И это, ну, не люди. Своих домашних не потравят. А и даже... Видела с окна. У нас в соседний дом идут мимо вот мусорки. Вчера и сегодня я видела, бросались они на мужчину, за ноги цапали. Он отбивался их. Несколько раз это было. Вот последние на этой неделе два раза я видела. А это было постоянно. Они у нас появились где-то с мая месяца. Вот их 8 или 9 штук было. И живут они, жили здесь под этим. Писали заявление в администрацию, участковому. Везде писали. Результата нет. Ну, кому-то, наверное, так надоело. Через... А почему у меня все может?